Ой, меня в какого штучку превратили. Длинный пират. Да я на самом деле бы за Альянс сыграла, если бы она была более активна, чем такая мертвая орда. Ой, Альянс, господи. Я бы за Альянс сыграла. Все-таки это моя... мертвая? Ну там гильдии мало, ЛФГ почти мертвая. Блин, я все время за Альянс. Можно теперь дренейми за орду играть, нафиг Альянс. Я играл сначала оттуда в Альянс, я тебе скажу, там не меньше гильдии, чем тут. Ты, может, просто мало их знаешь? Да, ну кого с Альянса знаю, дело не в этом, просто мертвое там все. Оттуда все бегут. Ну там обычно ПВПшеры сидят. И даже, по-моему, ХМ-ку они собирают. Сейчас, может, собирают, но в то время не собирали. Не, я много играла за Альянс. Почти все время. У меня она немножко ближе. Всю жизнь за Орду. А жена разула. Может, он за Сильван. Если бы я сейчас была бы за Альянс, я бы точно в Орде на 100% играла. Или гномы. Ты же говоришь гномы, вроде у тебя топ раз. Да, да, да. Ну просто на официалке гномы не могут быть шаманами. А у меня шаман и паладин. Поэтому гномы и дворфы самые классные. Дворфы прикольненько бегают, смешно. А ты дворфом мужчины или женщиной играешь? Ты у меня спрашиваешь? Я дворфом. Ну да, я с тобой диалог веду. Нет, я дворфом не играл. У меня паладин человек, а шаман как раз таки. Обычно берут либо людей, либо длинные. И то оба, ну там типа секси, там все дела, такие, знаешь, были здесь, которые там на Эзи, на пиксели дрочат. Как же на Эзи? Эдвара, классные. По своему опыту говоришь? По твоему говорю, Эрикс. Так я не играл на Альянсе, что ты мне говоришь? Вот это у Ренниха сидишь, играешь по-любому, пялись на нее. Редвар, это ты сказал, а не я, так что красавчик. У меня мужской персонаж был. Он просто немного громадный в плане. Так вот именно. Тебе-то нельзя им играть, понимаешь? Еще больше, чем это. Для тебя отдельный класс создали. Умперу. Крыс с ушами. Так почему они крысы? Загугли. Вот именно. Это вид лис. Да, Редмар не понимает. Просто они гоблин. Маленькие, поэтому их крысами называют. Гоблин больше на крысу похож.
Гоблин скорее тортов переел, поэтому позеленел. Десять фпс, охренеть. Гоблин изначально гоблин был, это самый крыса. Топ. Даже не дринейки. Лосатые. Панды топ. Всегда были и будут. Панды были не такой. Вариант. Что там на форуме уже думают, что именно умирает X1 или X2? Вот именно. За X1 давно загнулся уже. И появление X1 то же самое. Бомот, и чё толпа. Все тут остались, а некоторые... Не все, многие ушли. Со старых многие ушли. Шли, а потом стали возвращаться опять на X2. Заварка, например, там играет, когда он тут раньше играл. Да, заварка, умеренность, Ники, я его называю. Там все равно мало людей по сравнению с много наших, да, тоже вышло. Хороший хан, конечно, заварка, потрясающий хан. Он там сейчас и на ДК играет, сколько там у него были, охренеть. Просто топовый. Не помню, кто еще ханты были. Вот был он сейчас за альянс. Нет, когда я был, не было вроде. У нас не было хантов. Когда ты был, у нас не было, да. Без хантов мы проходили, он Коника помнит. Я помню этого Гнедоса. О, Гнедоса. Вы в каком гильдии это были? Че? В Алёжинах. В Алёжинах. В этой? Да в какой-то ноунейм, я не помню даже название. Мы тут были... Верните видосы, кстати. Я пришла сюда, в Illusion, и я была с 4-й каты. Я сейчас посмотрю ачивку за 4-й кат у меня. Примерно. Я сюда пришел, когда только открылась Карагер. Так у меня уже скоро 2 года будет по Illusion. Не считаю вот это полтора месяца, пока я была в джоках. А ты с Нелекс играл, потом забил, да? Я играл, потом у меня времени не было вообще играть. Я и пвпшился на альянс, ушел пвпшиться. И четвертый говоришь, не понял. Ну, я пвп играл. Днем там, это, ну, в такое время я уже играл. 18-й год, 4-я ката, это что-то между 3-й и 4-й, это уже 18-й год. Рыбку ставлю, сапороты да, все выпили. Года. Но ты Нерекс не забывай, ты все равно вагон. Угу. После тебя. Рыба стоит, как хавайте. Придется облик снимать. На маунте малость. Сейчас поставлю. Купи этого мужчина. Да, слышно. Этот, меня что-то выкинуло, блять, не могу зайти. Что за херь? А ты в рейде? Соединение установлено, блять, и все, и не грузит. Жди. А, блин. Я даже не знал по голосу, что говорит. Лёха, это ты? Да, Лёха. Да, я даже сам не понял, кто такой говорит сначала. Зомби как, да? Чё, голос поменялся, да? Да вообще прям не да, знаю. Другой. Да, другой голос. Свеже, свежее, то есть. Как будто поблин. Мы таких не знаем. Сейчас зайду, короче, это, с другого дискорда. Ещё один голос будет. У тебя ещё есть? Зайди с айфона, вообще будет тема. А там чё, кошак ещё мяукает? Сова. Сова. Рядом. Девка за решеткой, что ли? Или кислород. 8 марта. А, не-не-не, это кислород, его же нет в рейде. Все понятно. Это просто совы.
Блин, непривычно такой голос. Че, вы начинать не хотите или что? Ну ждем, я не знаю, что Леху ждем или так идем. Леха. Ну там же вроде фул рейд, не? Фул рейд. Значит, готовность. Стой. Вылетел. Ждем. Вон там или Гевка, или Делору спускают, как говорят. Гевка, Кирс, Кават, Элбрил. Отъедался просто. Все, ждем только Гевку. Гевка спрятался. Давайте, Сапрот, тик-так. Сапроты выпили еще раз. Кто не выпил? Побежим выпьем. Так, Гевка здесь. Все, давайте, поехали. Побежал, вот красиво. Самый первый вагон бежит. Молодцы! Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордскола унесут ваши души! Никого уходить, я 4. Я тоже. Укусо. Метки вынесли. Самую левую можете сразу разбить, ближнюю. Да вы чё? Неправильно. Орёте, что ли? Вау, вы чё? Центральный стопник, там две штуки стопника. Глыбы Норрис так и остались. Норрис, Женуэна, Женуэн Мозера. Рэкобой, это не танк случай? Нет. Женуэн в центре лежит, за Синдрагос. А полетим. Баба, помоги. Трепещите! Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Четыре хила освобожденки, имейте в виду. Никто не уцелеет. По центру. Сантей, готовься убегать. Право близко. Стопните по левой. Выбегай, Шантей, прячься, прячься. Там же. Зачем ты? Разбили. Жить хочу. Дайте мазурубов.
чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Уже. Лера. Уже. Ген. Разбили. Всего бездна центр. Ждем притяжку, не разбиваем. Спрятались. Танка только не уронить. Чуть правее встаньте. Тебя менять, коват. Сейчас, после притяжки. Не разбивайте, он умрет. Теперь разбивайте. Мини. Хила разбейте слева. Хил в глобе стоит. Центр, Редвар. Разбивайте сразу. Всего бездна лево. Уходи. Разбейте. Мотивы центр. Притяжка, не, может, не, притяжка не, может быть. Будет. Лучше засейвить. После притяжки добьете. Ну, будет, нет. Отойдите от меня, куда вы бежите? Добивается. Сколько просто в сторону. За фул бой упало? Не сбежал. А вот в бедном скиле нет ДП. Вот достойный нашего трая. Не, ну на самом деле что это прикольно. Шея нормальная. 7 смертей. Ну вы даете. Вот если Нерекс ее возьмет и наденет на себя и будет бить посохом, выдаст больше на пресс. Блять, что тут трэш-то? Сука. Че за беспредел? Почему на меня Редвар наебает? Нападают, да? Он даже не знает, что я без посоха хожу. А вот этот посох надо девать. Какой посох? Где я его возьму? Черенаской побьешь, чё? Тихо. Пианист тут нет. Зачем пихать? Эх, блин, не успел. Угу. Больше сосёт уже. Какой же все-таки 4 имба, когда кто-то 5? Какая такая сила или поле? А, не поле паладина прочитывается. Агро нет.
Если Леха видел то, что сейчас творилось на стриме, ему, наверное, там плохо просто, ну вот, лежит сердечный приступ. Ну, убили, да. А чё, не ты так? Слышал, что у него там с голосом происходило? Он уже это предвидел. Всё. Блять, я на минуту отошел, вот трэш уже. Какие сильные. Ты чё думаешь? Только давайте собак не агрить. По возможности. У них вроде ленточки падают, нет? Просто агрит собаку 250. Я там видел. ГП. Я думала, я уже бежал. Взял собак в таргет, смотрю, на кого побегу. Гоу туда сразу. Нагрейте этого толстяка и видите его. Паровозик побежал. Юный паровозик. Упритесь только там, я не знаю, в стену. Либо прям в комнату его заводить. Только паучков не бейте. Да, позабей, проще их, ну, батя уедет. Точно убить. Там сколько? Три паука, наверное, стоит. Два. Сила бездны, хочешь подамажить? Подожди, мы тут боешки собираем. Зачем дамажить, пусть он же ДЦ. Нет, хочу похилить, типа Т5 по тест. Локуском. Так. Я убрал, спекнешься в ДЦ? Своими этими... Смотри. Слышишь, Алгал? Да, да, слышу, хорошо. Ну чё, пояс кожаный упадет, нет? Не нахуй. А я простой, блядь. А гель, а твой это нахуй не упадет точно. Короче, старику тогда сказал две тринадцатки, две и выпало. О, Редвар, чуть-чуть тебе за пояс. Тут пояс есть, РПБ, крит. Офигеть, нифига себе. Надо его забрать. Его монород заберет. А не мы не нужен, по-моему, его собирал уже. Ну, чувак пишет, куплю Т5 на другой. Этот пояс, по-моему, все забирали, кому не лень. Сейчас хлоба и пояс на килла упадет. Он не пойдет. Гену инфаркт, ой, хватит, ты че? Ну чё там? Кто? Белорус? Девка. Гена? Бля, у нас сапрал. Что такое? Давай, бля, и чё? А я-то чё? Чё? Вы чё, ну, ребята? Ты же ждёшь, когда там спекнешься? Нет, я-то спекнулся сейчас. Я просто не видел, что с нами корона скинулась. Две кто в чушке сидит? А, ДК? ДК. Окей. Пить. Метки сзади. Пить. Дайте, чё? А вот я нашел. Проценты на счет смотрит. Да, да, смотрим. процентов стопните. Не трогайте босса, 3% осталось.
Можем перевести, подбивайте пока. Переводим. Обаму заход. КТМ перевести. На ростом уложение по Обаме, на второй плевок чуть-чуть не хватит. Я упрыгнул, знаете, БР. Да, она кончилась. Я ее не допивал. В зеленого на переход. БР, дайте у вас мязность. Я не привью. Я сейчас подниму. Зеленого бьет, а подниму. Зеленого не плевал, у меня не было сот. Пельмени. Нормально. Ты там и переставьте шмана. Перемене. Красный выходит. Перемене. Зеленый. Пельмени. Бой, 5 секунд подержишь босса. Угу. Красного надо дождаться, 38. 37. Красный, стоп. Мини. 36. Разбегаемся. Красный дебаф красного добейте. Не зеленый, быстрее добейся, ну быстрее. Шамагол, а что ты там делаешь? Крейсик там делает. Шамагол, беги! Лови дека. Ученей встали. Бежали. После пельмени обратно к луже. Вайт, скажешь, когда заберешь. Мне у ДК забирать? Да, я по нему диван дам. СС на меня киньте. А, я кидал на тебя СС. Забираю. Даю диван. Пельмени! Назад вернули. По возможности отведи маленько его от лужи. В стене. Ладно. Это... Пельмени. Чёрт. ДК забирай. Ну да, ну да. Не слагрите собаку. Даже говорил.
А чё это она сбоку стоит? Тоже заметил, стоит просто не семья. Чё там на палату хоть? Про собаку. Одна ручка на танке. Она вообще юзается, кстати, эта одна ручка на танк. Эл, бля, ну ты серьезно. Так, сейчас Вальку еще кто-нибудь сагрит. Красава. Вальку еще до кучи сагрит. Сделаем перекур, нет? Времени не так много, может убьем? Смотр там ДЦ все зажил. Наабсорбил. У нас еще два босса. У меня без Т5 Элбрилский. Показывается, только Гена на первом месте показывает. Так там мало сколько, боже. Че посмотрю? Я типа 2,5 ляма. Все. Что, начинаем? Ну, на третьем месте у тебя на 500 тысяч. Что там, Лёха заходит, нет, то будет один. Коват есть. ДК есть. А второй? Про товар? Типа нужно без ДЦ было тестить. ДК танчил или чё? Да, в прошлый раз. Босса или Ширкарей? Там новенький и Лем просится. Могу что-то пить. Ну вон. Я выбрал Линка, видишь? Шляпа. Когда ДЦ. Одновременно сказали. Я могу уступить. Кирс похилит. Начинается. Кирс похилит, Кирс похилит. Вот возьму его и на инховский спек поменяю. Ну сегодня день флака. Ты меня не обламывай. Сегодня ты 4 одела и по фанчику. Цепуха, цепуха. Сейчас тоже одену 4, ты 4 буду. Просто цепуха даже. А чё там, кого не хватает? Жену вылетел, Ведвар ушел в АФК. Сила бездна тут. Ждем. Обратно поменяйтесь там, силу бездны Элбрил. Повторюсь, новенький шаман просится в рейд. Мне в холика? Ну да, а силу бездны дать. Так, рыбку ставлю. Да зачем? Толку, okay. Если у него нет Т5. Ну а че, типа, хилить не хочу. Давай. Он и... Да тут и без Т5. Типа, я в воду просто еще этот баф не настроил, я буду отвлекаться. Так, не судьба. Я пыталась. Рыбу поели, кто не ест, кто падал. Уступите слот один, а проходку сделать. Проходка? А есть смысл? Айриску. На Айриску тактику знаешь? Ну вот, шаман. Я просто, ну, лично я тебя не видел. Ну, я просто не пересекались с ним. Я видел. Так у него 7к ЕП есть уже. Можно взять че? При чем тут ЕП? Да бери, он нормальный. Два рамоза. Конь сиди. Ой, блядь, короче. Проще. Ой. Чё вы меня грузите? Чё? Гена, у кого зам ГМК? У меня или у тебя? Если ты работаешь, я не соображаю. Войт, он там хочешь, возьми, поменяй на кого-нибудь. Не знаю, кому тут ничего не нужно. Возьмите новенького, тяжело вам. Мне не сложно. Дайте его один зов забрать. Я Редвар сидеть. Только быстрее, давайте, время идёт. Мозер, ты тут? Я хочу в рейд Хисаями. А кому нужен прилив? Магия. Хисаями чернотроль. Хисаями по приору выше. Вижу анкил, то что выше по приору. У него есть? Анкил не надо ему, наверное. Я давай выйду. Мне только Джайна нужен. Давай я выйду, Джокер. Да?
Да, меняйте тогда Джокер. Все, я это допишусь. Все, а насчет шамана, блять, может мне выйти просто. Сиди, работай, бревно. Или сова, не знаю, кто там сейчас. Да, Полин, иди, Амир, хиль, а какая заходит след. Шаман тогда. Тьфу, блин. Поменяй хоть, пожалуйста. У меня там липка кончилась. Первый нюанс. Хисаями прилив нахуй не нужен. В ОКХМ, блядь, в рейды не ходит особо дальше. Следующий нюанс. Шаману ДПС поднимет. Блядь, нету смысла его брать на ЦЛК этот лича, блядь, Джайну, пока нету ДПС. Все равно следующий контент он без ДПС не пойдет. Поднимет ДПС, тогда без проблем. Если Саями начнет по рейдам ходить, нормально посещать рейды, тогда прилив заберет. Шаман на Джайну не просит, ему лич нужен. Хисаями, портуйся, Джокер обратно. Сумон. Портуйся. Давайте быстрее. Полчаса, ребят. Я, по крайней мере, не вижу Хисаями ни в одном ОКХМ, блядь, нигде. Нахер он такой нужен здесь? Вот эти шмотки? Да нахуй ты нужен такой? Ты портуешься или чё? Нажимай портал, дайте ему портал. Там место забито. Я не тебе. Пускай лутают в первую очередь те шмотки, кто ходит в ОКХМ. Хисаями здесь, вот и место забито. Он уже портанулся, шкаф пропал. Все, Хисаями здесь. У меня висит. Все, ушел? Да. Да. Тут. Все, слахайтесь, пойдемте. Хисаями, какое у тебя отношение, такое и у меня. Как ты посещаешь рейды, так, блядь, ты тебе шмот достается, все просто. Когда надо траить Алара в ХМ-ке, так тебя нету. Когда шмотку надо лутать, так ты есть. Запустил. Лут кто это будет раздавать? Герцог? Иван Бездни. Все, Бездни. Он осколки собирает. Вроде бы. Да. Дал ему. Не ошибаюсь. Тут анонсить не надо, ничего никому. Да не надо ничего не анонсить. Да все старенькие. Ну в плане были. Давай посмотрим. Только этих ширкарей заранее сами переводите, чтоб вам не говорили. Чтоб они не стояли долго в одном месте. Войт, на себя меточку поставишь на третьей фазе? На третьей, на какой? Ну на комнату. А, ну. Да будет так. Герои в атаку! Я оставлю тебя в живых. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего. А что там, нормально, что лич там стоит? Может перевести чуть-чуть? Пойдет? Да, смотри, чтобы далеко от ширкаря не стоял, иначе Мелизона проебет чуму. Плюс-минус, ну, на уровне с РДД, да, просто приди.
72%. Ой, как классно, смотрите, перевели. Почти идеально. Алло, плавись в следующий вот ты. В рамбе лок, не трогайте лок. Осквернение 5 секунд. Это шо на 5 минут? Угу. В комнате за кем бегаем. Будет на себе метку поставить. Отклянение 3 секунды. Трусы спасите. Эти трусы спасайте. Осквернение. Осквернение. Продавайте меня, продавайте. Портал не улетайте на ствольком. Там осквернение. Так, я, по-моему. Блять, не пойму в чём. Ну я нарезаю просто сейчас. У меня тела нет. Осквернение 5 секунд. Осквернение забирает. Нету тела. Нет, я в текстах. Отбежали. Прохил, прохил, прохил. Я подниму Родвара. У меня фрейма багонькая. Ну куда ты под заражение встаешь? Портал поверните лечим. Сквернение. Валик пьем, трусы печень. Дайте стамп по печеньке. Трусы, все, спасли. Сколько процентов еще? 44. Сейчас переводи. Для чего играете? Осквернение 5 секунд. Мало круг, мало круг. Сорок один процент. Веди на край. Дайте станы по валькам играйте. Все, все, перевели. Шли на фазу. Сантея прохилить. Даю им на ману.
Да и падает. Он далеко, далеко, он по разным сторонам может бежать. На тело подними, Санте. А, ну поднимешь, он в центр, да? В центре лежит. Походу тоже улетел в текст. Жена, подними тогда лучше ты. На тело оставь свой брат. Жена, Санте. На тело от Эрдвара поднимешь, станет тебе в комнату затянет. Набейте сферу. Поднимайте. Добре, у меня КД. Жена, я дам стерфу. Звездочку, центр. Пошли. Блять, Дженуэн. Че это за хуйня? Чернотролль, если или Долорес, да, СС на ДКшку? Я уже давал СС. Там откатится версия. Чернотролль, СС. Дай на ДКшку все равно. На танк. В комнате не надо, он сдохнет только пока СС будет давать. Не, можно остановиться, быстренько, не останавливайся. Сейчас со склонения разбегаемся. Секунда. Что за мало? Редвара, Редвара. Че, может резать будете, нет? Бэри есть, нет? Норти подними же, наверное. Рибав дайте по дроиду. 5. Осквернение 5 секунд. Чё, блядь? Сначала в комнату затянем. Я дам страфу, жена. У меня есть. По выходу там откинешь их потом. Звездочку. Секунда. За Лича встаньте, сейчас духи полетят. Не откидывай, не надо, не откидывай. Переводите Лича, сразу за него встаньте. Осквернение 3 секунды. Все, вынес осквернение, Зульча останется. Нужно было лучше в комнату сдал. Нужно, наверное, слове под дубовой кожей. Зачем ты его в рейд заводишь? Я дам стерфол. Последняя комната, наверное, да? Да. Там 10 ям осталось. Фигера еще есть. Не отставайте, че вы? Не, 2 минуты еще.
кто падал. Быстрее приведите в угол. Вперед. Дальше, 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 дальше. Да, для кого стоит? Че, может, Геру для павших? Ну дайте. Мне отдал уже. У нас еще есть 20 минут на Джайна, если поторопимся. Угу. Осквернение, аккурат. Да жди нахуй. Страдай, сова. Девка, надо было под босса выносить. Проверить реакцию у рейда или что? Да. Вам потом бы Лёха реакцию бы показал. Ну такую реакцию. Пали под вашим натиском. Сгорели в пламени вашей. Блин, там Хисаями с рейда ливнул. Фрейм за ноги. Хисаями с гильдии ливнул, я бы даже сказал. Да, да. А мне почему-то казалось, что Хисаями это Кирс. Я ошибался, да? У него просто. С Хисаями. У него. Коника, так это по трэшу, ну. Я свечу совали, что надо. Ты вон, посмотри, как там охлил Делорус. До первой комнаты. Зиме челик стоит, бьет. Смотри. Смотри, как РДДшник. Это что-то неправильно. Это по первой комнате, у меня нету полного. Ну, в смысле, я не могу посмотреть, полечу по всем. Вижу у Долорес 11 лямов по личу. Ребят, пока резаться, отойду буквально на полторы минуты. Мне все равно лут не нужен. А коня, разрулить? А коняшка? У нее есть коня. Вот, вот это бросит рекаунт более точно. Ну я лежал тут. Чисто по личу. У меня вот тоже. У него просто те, когда его в комнату не закидывает, у них не сбрасывается. Ну ты просто, ты смотри, ты перед личом скидываешь рекаунт, и потом просто делаешь полный отчет. Все. А там не получится посмотреть по личу. Я так делаю, и там общий нанесен. А, ну чисто по личу. У меня тоже общий. Там же еще доты остаются, когда в комнату затягивает. Угу. Неправильный рекаунт. Помню времена, когда мы с Инстом тут топ-1 был. Нашел с кем сравниваться с Инстом. Только два креста были. Я, потом Инст, а потом все остальные. Это потому, что у вас Афлилока в рейде не было. А раньше Афлилоки не били. Ну-ка, линкольте хпс. Там Долорес перегнал хило какого-нибудь, не? Тебе просто на Эликс повезло, что я в этой гильдии не был тогда еще. В Т4 локи не были, только в Дестрике били, и все. Я в Африке всегда ходил в Т4. Че, типа били? Да. У нас были Африки, но нифига не били. Я тебе говорю, 15к в 260-м гире, это нормально. Африки в Т4 жесткие были, да. Ну может потом, когда я ушел, плюс еще с долгоногом они тоже ебашли. Твой кинул 7 порчи, настакал себе этот бафчик, блядь. Бегаешь, стрелами кидаешь. Да, он девка хорошо тоже в Т4 дамажил на Африке. Да там, блин, это в 250-м уже как 270-й не. Открывайся, лобезно, на тебе лутят. Ну давай, зов. Пока раздаваки нет. Тьфу ты, клятва. Серьезно? Второй раз же сегодня падает. Андрей Норти, ты откуда взялась, а?
Начинается на уфа не пороть. Что по тракту без этого, без клятвы ходишь? Давай уже отдавай мне палку. Палку ей дай. Монорок, я сам охуел. И главное, я когда спрашивал про продажу, никто ничего не сказал. Ну Митриус тогда пароли, нахуй. Зачем тебе Митриус? Блять, не знаю, я могу его вообще надеть? Нет. Ну, дробяху могут друиды надевать. Ну вот и все. Гена, пойду себе прото НХ собирать, мне сегодня тренинку отдали за скидр. 20 минут есть. Да, я могу его надеть, нахуй. Он отошел. Знаете, мне нахуй. Доставьте метки и погнали. А кто будет танчить? Кават? Кават. Он Кават? Нужен еще один танк. Кават и Войт, чё, нет? Монород. Монород, чё? Ну там, там ДК... А ну ладно, да, пускай, короче, ДК смотри. Ох. Сука, народу и коня ролит, офигеть. Вагоны. Простя. Что же повторно? Алоэ, слышишь меня? Так, смотри, нет. Короче. На первой фазе, на первой фазе, Джайна будет стоять в виче. Ты вообще тактик не знаешь? Или ты не знаешь, что танку делать? Ладно, короче, смотри. На первой фазе стоишь просто в центре, ну, в Джайне, просто держишь на себе Джайну. Кават поводит трэш, монород ты поддержишь больших. Просто первая фаза стоишь в центре, да? Первый на вторую фазу нужно будет прожать кнопочку. У тебя по центру экрана появится кнопочка. Ты кнопочку прожимаешь. Ну, перед, точнее, перед, смотри, как сделаешь. Перед тем, как прожать кнопку, да, вызываешь быстренько бомжей. Увидишь, там у Джайны пойдет каст. Ну, и тебе во время этого каста нужно успеть прожать кнопку. И все, и стоять, не двигаться. Ну, потому что это заклинание нужно поддерживать. А следующее, когда... Чего там осталось вот. ДРТ 15 минут? На второй фазе. Уже, да. Смотри, на второй фазе будешь стоять, тебе, смотри, тебе Джайну бить не нужно. Там Агрон набивать не надо. Просто, когда там попросит Кават или Монород, нужно будет просто заретаунтить на себя, потому что там стайки на танков накидываются. Там, например, Кават скажет заретаунтить, просто заретаунтишь и все. Метки, дай ассиста будет. О, сейчас. А чё, Варм 7 не быть, что ли? Давайте. Смотри, вот 4 меточки я раскидываю, да? В этих меточках, в этих меточках никогда не бывает лучей. Но если ты видосики смотрел, то ты, ну, я так понимаю, что, что за лучи, про что я вообще рассказываю. Вот, в этих метках не бывает лучей. То есть ты просто ну, там, на одну из меток просто встанешь и будешь стоять в этой метке и бегать, закрывать метеориты. Ну, такие будут кругляшки появляться. Метеориты, они работают как ручки на грубе. Да, то есть в них нужно просто встать. Вот. И выносить дебаф. Сегодня на второй фазе два дебафа. Линкольнице. У меня атлас-лот. Не атлас-лот, а этот путеводитель забагался. Там будет два дебафа. Получается, который дикое пламя, под тобой такие кругляшки будут. Тебе нужно просто от всех отойти. Потому что дебаф перекидывается. Второй дебаф. Взрывоопасный пламень. Вот, взрывоопасный пламень. Через 5 секунд ты под собой залезешь лужу, потом эта лужа попадет к боссу. К боссу. Сейчас я релок. То есть тебе с этим дебафом нужно выйти от метки. Но выйти от метки, типа, ну, влево и вправо, не за метку. Ну, потому что лужа попадет к боссу. Соответственно, если ты за метку вынесешь, то она, ну, через метку ползет и там, народ, в общем, дебаф получит лишний. Просто там от метки влево-вправо и можно ближе, ну, к обрыву. Все, на третьей фазе вот две метки. На третьей фазе танчить будет Кават. Вот две метки. В этих метках никогда не бывает этого натиска. Просто стоишь в кресте, либо в квадрате, стоишь, чилишь.
стоишь, чилишь. А купол, не знаю, там купол отбегаешь, не отбегаешь, не столь важно. Если вдруг на купол отбегаешь, да, выйдешь с купола, там появится трэш. Просто трэш там на себя затаунтишь, ну, заагришь, и также станешь в кресле либо в квадрате. Все. Больше как бы особо делать ничего не надо. Ничего. То есть для тебя главное на первой фазе это подержать Джайну, да? А на второй, ну, прожать купол, да. Ну, там эсэсы раскидайте только. Перед, ну, с первой на вторую фазу, получается, как мы все порталы закроем, у Джайны пойдет каст. У тебя появится кнопочка по центру экрана. Просто ее нажимаешь, и больше не двигаешься и ничего не прожимаешь. Потому что, ну, эту кнопку, когда нажимаешь, это заклинание. Это заклинание нужно поддерживать. Типа как гимн тому приста, да, или спокойствие у друида. Ну, то есть нужно поддерживать. Где я стою? Ну, тебя еще не распределял никого. Норти, заходи. Гевка, ты это хватит, можешь мурлыкать? Или это жужжин? Чё-то на присутствие. Так, поехали. Элбрил, Матеола, Луна. Шимагол, Череп. Кевка, нет. ВДД? Да, ты ВД. Забудьте. Так, Сила Бездны, Матеола, Луна. Элбрил, Череп. Полина, Звездочки. Шимагол, в трусах. Да, тут сопрот обязательно. Дальше, РДД зона. Амир, Луна. Чернотроль. Трусы, Делорус, звездочка, Сантей, череп, Гевка, череп, Жануэн, луна, Анкил, трусы, Джокер, звездочка, Простя, звезда, Неликс, трусы, Мозер, черепе, Милики, получается, Войд, звезда, Редвар, трусы, Коника, череп, Нонекс, луна. Вот, и получается, Норти, Норти в звездочку и Рокобой в трусах. Рыбу дайте. Там рыбу поставьте, а танки там разбредитесь просто. Рыбу поставлю. Да. Ты ставлю, просто в одних местах. Ничего не менял, а то я что-то услышал еще раз. Еще раз, Элбрил, ты, ну, ты в холике, да? Ты стоишь в черепе. Да. ДЦ и Друид в луне. Рыбу поставил, хаваем. Норти, ты заходишь? Гетка, ты меня слышишь? Да. У меня какие-то проблемы с интернетом на компе, я не могу зайти. Я с телефона сейчас говорю. Хорошо. Кто хочет зайти на Джайну? Кто там есть? Сейчас я перезагружу весь интернет, пробую. Если зайти. Возможность есть, Фарада давай возьмем, если он не против. Фарада здесь? Да. Флакер. Норти, тебе нужен? Нужна Джайна, нет? Толкует Фарада, он все равно сдох. Слышишь, Норти? Это кто вообще там нет, но я сейчас перезагружу, ты если что, зайду. Давайте, если Фарада. Заработает. Он просто там, вон, народ это что-то горит. Фарада, тогда заходи вместо Норти. Давайте. Ну, сдохнет, он сдохнет, но МК-то останется его. Фарада. Ну да, резон. Только не на мне, поэтому бесполезный. Фарада, куда хочешь встань. Типа... Звездочку либо в присутствии. А тут прикинь, три мага, а не четыре, так что может кому достаться? Да они же педики, они друг другу скидывают. По кругу кидают. Три мага, а не два, ой, они четыре. По кругу кидают. По кругу кидаются. Пидорасы, ну. Так я три, это никак нельзя по кругу кинуть. Да в смысле, Джокер на Анкила, Анкил на Фарада, Фарада на Джокера. Все. Я иногда только Мазеру еще их даю. Это крыльничок. Ключи давайте. Да я уже дал Коника Кирсгорм. Ну, да, Зарик, скажи, чё? Зарик, в твоём случае треугольник получается. Да не получает, не может быть треугольник. Да, блять, может, я 2 года кидал. Глянь на метку треугольника. Там и квадрат может быть. Бля, давайте пользуемся. Погнали. Сапсуты перепили. Войд, запускай.
Там хоть идти в 25 магов, они по кругу могут друг друга пустить. Ты спустил. Я знаю, что если один про товар, он может... Ты в детском садике был, как дети за ручки берутся по кругу? Ты где стоишь? В трусах. Простят, ты в звезде. На мобах монород. Кабат, а что на Фарада нету МК? Кабат водит больших, а боссы держат алоэ. Есть МК на нем. Дайте на него МК, может быть. Есть там МК, есть. А он танчил уже босса? Нет. Так а не проще ему поводить? Блять, на первой фазе танчить босса. Что там нужно? Я в сейве могу протанчить, если меня не убьют. Запутается, больше будет перепад. И танка будет пробивать. Всё. Стоишь, чилишь, типа Джайну просто бьешь и все, агрон убиваешь. Да, ну ты просто лоя стоишь и агрон убиваешь. Чтобы там, ну, было на второй, третьей фазе. И все. Гена, косты не забудь читать. Не буду, вообще похуй. Считайте сами озвучу. У меня дубовая кожа, и я могу съебаться. Я не умру. На трэше в Зэске ты так же говорил. Но... Там у тебя манна кончилась. Раз на раз не приходит. Вы что, его убить хотите или что? Первого, да. Первого убиваем мы. Да он, наверное, про тебя имел в виду. На шторме все за Геркой. Блять, я собрал выпрыгнул. Разбежались. Они рано? Она научилась считать до трех. Там мы почти там сразу после коста вот этого идет что. Именно первый. Сбежались. Треш много. Чего, не бьют, что ли? У Ешеры, куда вы дели? Там маги лучами должны забивать быстро. Что-то коника не чувствую вообще, где коника. Вон куча шаров маленьких вокруг совы, собери их. Сова, а, так там 25 стаков уже. Я прикрутил. Этого вот большого возле Джейна срывается. Следующего заберешь кого. Те люди, которые появился, забираю. Я все вижу. Трэш бейте, блять, и на джайну пугайте. А ты не подглядывай. Разбежали. Шторм, шторм. ДПС накручивают, стоят. Я все равно все скидываю после. Законом не запрещено. Да, Джилорус, кыш. Посмотрите, сколько уже мы наблюдаем, блядь. Сбежались. Кого на первой фазе будет лямпа Джанни это? Это тысяча. Пол ляма. Большого, забери, забери большого. На народ. У-у-у. Аккуратно там прохиливается. ДКшка. Блять, вот на этом большом уже 9 стаков. Может, не будем его заливать тогда в сторону? Его сольет. Да не сольет, если просто стопните по нему, не сольете. Блять, да ты шо, не знаешь этот рейд? Вон новый вышел большой, 90% его убейте. Нехуй фара. Гена, какой каст был? Второй. Блять, там больше 10 стаков было. Ну это фара накосишь. Что, трэш-то будете бить, нет? Разбежались. Как 10. Там отдавай зеленку, не заигрывайся.
Quake, короче, всю эту хуйню куда давай, когда тебя пробивают. Шторм. Сбежались. Быстрее трэш забейте, потом стоите трэшем в стороне. Бежите. Моба не залейте, 24-25, все, отводи. Свечнисер, да. Че моб ходит, блять, кто там на моба? Кого забирай, там сразу большого. Фуловый, который стоит, не бейте больше. Перебежали. Ну народ, перед первой фазой. Знаю, наверное. Что, у вас там килл был? Да, 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 меня моб убил. Мотел, подними сейчас. Да, чтобы ракетом убить, да. РДД больших по активным. Два моба стоит, блин. Там. Кто у вас на больших мобах? Почему они в рейде гудают? Шторм, шторм. Аларм, как кричит кислород. Да и... Маленьким хп добивайте по таргету, их уже много. Мелкий трэш быстрее стоит. Кого-то отводи. РДД свечный. Алоэ ДК, поверни Джайну в другую сторону, мор. Чтобы приедет спиной, он урод отпросил. Большого там, который фулова не бейте. Кого-то заберет. Сбрековать. На монрот еще есть, повесь. Сбегитесь, блять, куда вы все разбежали? А, шторм, ладно, ой, разбежались. Факуан. Да. Рейд дохуя урона получает. Вы, блядь, без саппорта, что ли? Нет, у нас просто там девкеру. Сильно. Понял. 3 стак, 25, отводи. Человек 2 сдохнет. Поверьте, мы не будете быстро тяж убивать. Все, уже сейчас это фаза. Пошел, забейте. И потом, блядь, знаю, не разбегайтесь, дайте АУЕ, слейте весь этот маленький. Вот, стопни, пожалуйста. Я подшел. Блад ДК, хрустойку включи, чтобы кнопка появилась. По меткам. Точечно там маленьких залейте. И по меткам разойдите. Прожали кнопочку. Понимаю. Понял. Да. Шумагол, если... А, да, все. Дайте рибов по шаманам, лучи. Ага, понял. Еще один. Метки. Метеор. Монород, подними в черепе. Лучи. Рибаф по дроидам дайте. Метки. После меток будут метеоры, и после метеоров сразу поползут. Выйдите! Что ж вы стоите-то?
Полина встанешь сама. Ну, ты шутишь? Я рублю стоя. Кого бы там Бэр остался? Лучи. Метки. Женен, Полину подними. Она звезды. Метеоры. Просто. Войда прохилится. Да вы что творите? В месяц лучи. Отойдите назад. Малой ДК, там тебе босс. Метки. В центре лужи, или я ошибаюсь? Да. Да. Ничего. Ну выйдите с желтой меткой, что ж вы стоите-то с ней в метке? Не хотят выносить. Я в шоке, серьезно. Кто-нибудь сдохнет, стопудово. Мутел, у тебя же остался БР? Сразу лучи будут милики не подходить. Нет? Манные проблемы у хилов. Метки. Дайте нора. Дойду. Метеоры. Так что могу вытаскиваешь свою же, блядь, с меткой. О, кто тут в трусах насрал рядом? Так он это и насрал, блядь. Аккурат, лучи. Ну, подвинься еще ты левее. Алло, поползет метки. Что? Таунт босса. Метеора. Да вы серьезно? Кто там? С фазом лазут еще нет лучи правее, если что, потом. Луна к метке не подходить, вся фаза. Алоэ, смотри, получается по куполу бегай просто со всеми и смотри в купол, ну то есть в купол, то бишь на Джайну, бегай бочком, а не вздумай смотреть на катализаторы. Ну 7 штук таких появится, которые нужно слить. На них не смотри. Они кастуют фир. Если ты на них посмотришь, да, то тебя кинется фир. У нас БРов нету, лежит монород. Поэтому тебе нужно выжить, и потом после купола это обязательно краш набрать. Дайте СС по хилам. По Полине. По Матиоле, да. Метки. Три хила в метках. Сразу разбиваете. Разбили. Кости так не дали. Буря, Мозера, Лоя. Метки снова. Разбивайте сразу. Луч. Петов убрали. Буря. Белорус анкил. Метки. Два хила в метках. Дай Геру. Разбейте метки. Ну вы, конечно, их поставили. Луч. Уйдите оттуда, крест, уйди. А где натиск? Не видно его. Метки. Разбивайте метки, там 20 секунд до купола. 15 секунд купол.
А можете как-то метки сделать? Буря Мозера ловит. 5 секунд купол. 3, 2, 1. Купол. Если вы умерли, но на вас есть ЦС, ждите, фаза закончится. Только потом вставайте. Танк упал вроде как. Ты чё? Пиздец. Матёла 10 секунд, да. Матёла, поднимешь Монорота. Монорот лежит, получается, у черепка. А, нет. Монорот где лежишь? Да, в черепе лежу. Шмагал, ничего не это. Мы заебись. Мне кажется, вот она на налог поставила. Не, и она, ну вы что, ебанулись? Да пиздец. Забегайте в купол ложить. Вы там все патрули что ли словили? Ничего. Я не знаю. Кто-то фейер поймал, кто-то, блядь, по скокам бежит, как, блядь, по пляжу нахуй. Лёха, смотришь стрим, да? Да. Видел, сколько ГП это... тут прилетит за раз просто? Вот, кинешь мне видос, я поначисляю каждому. С первой фазы и до последней. Ложить. На сегодня. О, всё, я тогда это. ЕП. Люди, да, даже... слови луч, пожалуйста, кого-то. Метку красава. Выносит прям под свою же метку. Это нормально, блядь? Да, блядь, в миликах метка была. Ты видел? Матис. Просто с первой до последней фазы даже хуй столько ников запомнишь. Это точно. Ну там, наверное, те, кто не убивали, ракобои всякие там. Не знаю, я сделаю свой скрин, от чего умерла я. Зачем ты встала под коллаб? Встала неудобно, да. А первый раз я умерла лишь от того, что я закрыла метеорит, а какая-то хорошая... какой-то хороший человек взял и вынес туда метку пламень, и там была лужа, и нас сложило. Я сейчас это найду, этот смерть, и сделаю скрин специально, когда вы будете это обсуждать. Горящая земля там лежала, да. Чё, давайте ЕПшку. Вводи трупов.